Всех приветствую. Вот смонтировал новый светильник. Восьмая версия датчика движения для ванны и туалета. Ну, давайте посмотрим сейчас. Вот сейчас в данном случае выключено. Выключатель у нас выключенный. В выключенном состоянии. Ну, давайте посмотрим. В общем, вот оно. Вот тут датчик движения. Тут, соответственно, светильник, то есть вошел, сейчас включен датчик движения. И тут, соответственно, идет вытяжка. Вот она. Видите? То есть тут идет соединение. Вот видите, по проводочке тут видны соединения между светильником и датчиком движения. Так, здесь раньше стояла лампочка с двумя проводами. Всего два провода только, идущие с выключателя. Больше ничего не было. Вот. Итак, это... режим датчика движения. Вытяжка выключена. Вот так. Как видите. Датчик движения доработал. Напоминаю, поставил здесь реле нормально замкнутым контактом еще. Нормально разомкнутый, нормально замкнутый тоже два контакта. То есть должно, соответственно, быть реле пятиконтактным вместо четырех. То есть еще нормально замкнутый контакт. И вывел, соответственно, на дополнительный провод H-штрих. В общем, вот обычный, соответственно, режим включается датчик движения. Ничего, казалось бы, не особенно нет. В общем, такая вот штука. Итак, я вышел, соответственно, из комнаты. Как видите, свет горит пока еще. Где-то около минуты. Я на минуту настроил. Как видите, выключатель. Я поставил сенсорный. Ну, кому интересно, это бинго. Если будете использовать сенсорный выключатель, то имейте в виду, диод должен стоять анодом на фазе, там где клемма фаза, а катодом, который идет на лампочку. В общем, вот у нас сейчас скоро выключится, давайте посмотрим. Ну, датчик движения, потому что я вышел из комнаты, сейчас посмотрим, он выключится. Здесь я спрятал выключатель диода конденсатор. Это верхний на ванну, нижний на туалет. На ванну там немножко другая схема, там используется вытяжка с гидросенсором. Но тоже работает. Там, кстати, двухпроводная, а не трехпроводная. В общем, вот все. У нас выключилось, соответственно, свет. Давайте сейчас я включу выключатель, что будет. Вот. Включился у нас, соответственно, свет. Вот я сейчас даже вот выключу. Вот смотрите, как будто мы вышли из комнаты. Свет гаснет, а вытяжка работает. Ну, это сейчас включился датчик движения. Вот тут вытяжка работает. Вот. Видите? Ну. То есть у нас сейчас включился датчик движения, потому что я открыл дверь. Но вытяжка работает до сих пор. Это, допустим, если мы включили-выключили, соответственно. В общем, так. Итак, режим принудительный, то есть в обход датчика движения. Видите, сейчас у нас лампа не горит. Включаю. И включается. Время таймера я поставил 10 минут. По истечению времени 10 минут у нас отключает. Вот сейчас вот я на часах запущу таймер. В общем, вот. И сейчас... посмотрим, соответственно, это. Отключится ли он через 10 минут свет. В общем, сейчас свет горит до тех пор, пока таймер, который я с AliExpress, соответственно, не закончит свое действие. Но вытяжка продолжит работать. Вытяжка с таймером там своим. По истечению таймер вытяжки, который, соответственно, он тоже отключится. То есть, сейчас в данном случае горит. Горит лампа и работает вытяжка. Вот. Сейчас покажу. Вот у нас работает вытяжка и горит лампа. То есть датчик движения у нас, соответственно, не работает, поскольку свет блокирует работу датчика движения. В общем, так. Давайте сейчас посмотрим. Ну, сейчас вот я сейчас паузу сделаю, и чтобы как раз 10 минут как будет, посмотрим, выключится ли у нас датчик движения. Соответственно.
Итак, сейчас уже 9 минут прошло, сейчас должно выключиться свет. Давайте посмотрим. Вытяжка работает. Сейчас выключатель включен. Ну, давайте посмотрим. Дальше движение я задрал вверх для того, чтобы их движение случайно не сработало. Давайте глянем сейчас. Так, время 9:44. Прошло с момента, когда я нажал окно. Вот все. Как видите, отключился, там таймер светится у вас. Красный находится. А вытяжка у нас работает. В общем, так. То есть, как будто мы забыли выключить свет, и свет автоматически, соответственно. Так, дальше что? Сейчас работает вытяжка, у ней находится таймер, который настроен на 6 минут. В общем-то. И через 6 минут он выключится после этого. Ну, давайте посмотрим тогда. Итак, у нас прошло где-то минут 6 с выключенного, соответственно. И у нас вытяжка перестала работать. Видите? Ну, сейчас свет включу. Видите, она не работает. Все. В общем, так. И еще есть так называемый режим проветривания. Для режима проветривания нажмите на клавишу и вот сейчас включил свет и выключите ее опять. Свет у нас перестал гореть, а вытяжка у нас горит, работает точнее. Видите, до тех пор, когда пока таймер внутри вытяжки, соответственно, у нас не закончит отсчет. В общем, так. Это нужно, допустим, забыли вы проветрить и включили, выключили выключатель, и, соответственно, по истечению срока, соответственно, вытяжка у нас выключится. Итак, сейчас у нас должна выключиться вытяжка. Вот сейчас посмотрим. В общем, вот она, вытяжка. Датчик движения я пока задернул вверх, чтобы он не срабатывал на движение. Ну, чтобы так. Сейчас посмотрим. Должна. Сейчас выключится вытяжка. Давайте посмотрим. Ну, это режим проветривания, когда включаем, выключаем выключатель. Даже сейчас, если включить этот датчик движения, активировать. Ну, вот сейчас вот. Ну вот я активировал сейчас датчик движения. Вот сейчас она продолжает работать вне зависимости. В общем, так вот. Датчик движения я вот задрал вверх. В общем, обратно сделал так, чтобы срабатывал. Ну, давайте посмотрим. Вот она работает у нас. И должна выключиться. Так, сейчас выключатель у нас выключен. Давайте посмотрим. Сейчас должно отключиться. Все. Таймер вытяжки делал свое дело. Она у нас выключилась. Все. Видите? В общем, вот такие вот режимы. Так, кто захотел такую схему собрать, но там из 10 деталей, то ищите на YouTube по запросу датчик движения для ванны туалета. Версия 8. В общем, кому если вдруг заинтересовало. То есть мы имеем три режима. Первый режим – это режим датчика движения. Не отключен, выключен выключатель, вы заходите просто в комнату, и он включается. Она автоматически при заходе в комнате. Это я показывал. Второй режим – режим принудительный. В обход датчика движения включаем выключатель. Соответственно. И он у нас, лампа горит до тех пор, пока вот тут таймер есть, не отсчитает, и он выключится у нас сначала лампочка, а потом у нас вытяжка, таймер, когда отсчитает, и он, она тоже выключится, как я показал. В общем, так вот. Ну и третий режим проветривания. Включаете, выключаете выключатель, и там дальше, соответственно, на
Работает только вытяжка, лампочка выключена. Даже если в режим проветривания вы вошли в комнату, датчик движения включит, вытяжки это будет без разницы. Даже если вы, вот видите, даже включен был датчик движения, и по барабану он все равно таймер все равно считал. А он-то только включает, когда таймер у нас запускается, и когда у нас замкнут, тогда вытяжка работает постоянно. А когда датчик движения, у нас таймер выключен. Ну, в общем, у меня все. Всем всего доброго. Жителям к видео. Пока. Желаю удачи.